Одним из главных событий года в Самаре стал первый фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Его украшением в день открытия стал мотопробег, организованный клубом «Ночные волки» и его лидером Александром Хирургом, который выразил уверенность, что этот фестиваль станет традиционным. Самара превращается в мировую столицу антифашистского рока. И мы не могли сюда не приехать и не поддержать вас, хотя бы потому, что на сегодняшний момент у нас уже 7 ночных волков, кто погиб в борьбе с фашизмом. То, что сделал губернатор, то, что сделала вся ваша самарская команда, это очень актуально сейчас. Ведь весь наш творческий, конструкторский, инженерный, духовный ресурс должен быть брошен во имя одной цели. Пусть это будет такой, может, передовой, пилотный, что называется, проект, музыкальный, да, когда вы собрали всех буйных со всего мира. Это в прямом смысле этого слова. Вот все бесстрашные музыканты, настоящие рокеры приехали сюда, чтобы быть вместе с вами. Это говорит о том, что Россия не в изоляции. Она не в изоляции от людей. Они к ней льнут, потому что она и есть ковчег спасения. Понимаете, который плывет сейчас по небу, над миром. И вся, кто видит его, исцеляется духом. Еще одна традиция, которая есть у «Ночных волков» – встречать День Победы у памятника русскому солдату в Берлине. В этом году, несмотря на то, что клуб находится в санкционных списках, байкеры намерены эту традицию не прерывать. И здесь, на самарской земле, Александр Хирург записал обращение к властям европейских стран, которые хотят закрыть проезд для «Ночных волков». Хотят ли польские власти или не хотят, но мы все равно попадем в Берлин. Дело в том, что когда мы мчим на Донбасс, помогая страдающим от бомбежек людям, или когда едем в Трептов-парк и вместе со своими братьями-европейцами посещаем оскверненные могилы освободителей, то наши мотоциклы превращаются в огненные колесницы и летят по небу прямо за Ильей Пророком, сея добро и наказывая зло. И тогда нас не остановить. Бойтесь, лжецы и русофобы-осквернители. Встречайте нас, наши европейские братья. Мы летим к вам. Прямо к подножью монумента солдату, спасшему мир от фашизма, а немецкую девочку от смерти. Истерия вот эта в связи с нашей поездкой на 9 мая по местам захоронений, на места братских могил, приобретает какие-то немыслимые обороты. Сейчас же и Польша, Германия возбудились. Пишут какие-то небылицы, какую-то распространяют ложь и кошмарят твоих сограждан. Но мы обязательно прибудем туда, в этот Трептов-парк, к подножию монумента русского солдата-освободителя. Россия – это простой русский солдат, что стоит сейчас в Трептов-парке, прижимая к груди спасенную девочку. Россия сейчас заслоняет с собой вот эту щель в преисподнюю, в которую падает все человечество. Вот в этом ее метафизический смысл. Мы сейчас с этим злом встречаемся на Калиновом мосту русской истории. Победит, в конце концов, не оружие, победит другое. Победит то, что мы называем божественной справедливостью. С наступающим 9 маем, самарчане!